так теперь выглядит моя кухня. Все раскурочено. Все развалено. Колонки нет. Обои на этой стене я ободрала. Все сняла. Вытяжки все, решетки на вытяжках все убрала. В общем, теперь нужно делать ремонт. Старая раковина. Это окно в ванну. Я его заштукатурила. Покажу потом, как выглядит со стороны ванны это окошко. Это старая гофра от газовой колонки. Поехала, в общем, я за колонкой. Куплю сегодня новую колонку. Покажу вам, что получилось. Вот колонка. Купили мы, наконец, колонку. Со второй попытки первую купили, она оказалась бракованная. 20 дней ждали, пока сделают экспертизу и вернут деньги. Сегодня деньги вернули. И вот эту колонку я купила в магазине «Газовщик». Сразу же купила шланг для газа новый на 1,5 метра. И купила новую гофру, трубу. Старая уже вообще была вся прогоревшая. Вот это окно со стороны, окно на кухню со стороны ванны. Я панельку купила пластиковую, приставила вот так две панельки, склеила их. Это со стороны ванны, надо будет еще тут как-то закреплять, даже вот не знаю, как сделать. А это со стороны кухни, заштукатуренное окно на ванную. Ну вот новая колонка, наконец-то нам установили, наконец-то есть в доме горячая вода. Вот такую колоночку красивую зеркальную мы купили сегодня с Анютой. Тимошка на 7-м небе от счастья. Сейчас наберет себе ванну, будет мыться в горячей воде. Новая гофротруба. Шланг прикрепили гибкий, потому что я хочу потом перевесить колонку над раковиной, чтобы не вызывать уже газовщика. Просто перевесим. Вот так вот выглядит моя новая колоночка с новой гофротрубой. И вот такие обои купили мы с мамой. Теперь нужно будет наклеить обои. Ну и как-то более-менее в порядок привести кухню. Потом нужно будет, конечно, еще покупать мебель. Ну, все понемножку, потихонечку, по мере возможностей.